Лучшим сертификаты, они именные и дают возможность при наличии бизнес-плана получить грант на развитие своего крестьянского хозяйства. Всего на областной конкурс было подано около 200 заявок. В жестком отборе победили 16 аграриев. Средняя сумма гранта для крестьянско-фермерских хозяйств составила 1,5 миллиона рублей. Самый крупный грант для семейных животноводческих ферм – более 9 миллионов рублей. Пожелаем им удачи и надеемся, что на будущий год у нас будет не меньший конкурс, но со своей стороны хотим увеличить объем финансирования, чтобы и подписать соглашение с Министерством сельского хозяйства, которое идет к нам навстречу. Мы сейчас уже готовим бюджетное задание на 2017 год. Я думаю, что потенциально процентов на 15-20 мы этот объем финансирования увеличим. Наш профиль птицеводства, а конкретно это перепелов разводим. А сейчас у нас где-то порядком 1500 разводим на мясо, на яйца. В своем личном подсобном хозяйстве мы больше развести не можем, но спрос есть, поэтому пошли за получением гранта.